приноровился таскать шарик. Ну, в принципе, можно это говнище и фармить. Ну, золото 35 минут. А чё вам смотря какой дроп, если там 2 экзота. Не объебаться и нормально спуститься. Ну как, лучший? Как? Все, Ваня, все в твоих руках. Тебе надо попасть прямо. И потом грену кинь сразу. Ай, красава. Не докинул. Вообще машина. Сейчас не очень. Ей просто в затылок пролетает, она дергается. Что происходит? Ебаные комары. Погнали. Хрен снимать. Не-не, не грей, я сплю, постреляю. Да много еще. Я остановлюсь, когда половина от третьей будет, ты сам снимаешь. Чтобы не дай бог. Да не грей, не убери нагрев. Да типа в зону попадаем. Я с пулика, да, хорошо попадаю. У меня там почти в два раза меньше урон. Странно, почему? Потому что диваны и ведьма. И что? Это вещи несовместимые? Да. Вань, много раз обсуждали. Ты чем слушаешь? Выше, чем твой диван? Не, да, в бошку x2 прилетает, от обычного крита x2. Ваня. Это много, у них оставалось еще меньше. Я давайте. Виталик пусть и делает, сколько надо. Все, не стреляйте. Постреливает он. Давай, успокой свои титанские нервы. Все, стою, я спокоен. Че, добиваю? Я постреливаю, вот здесь. Смотри на моего кролика и все. Что это за шипы у тебя с головы торчат? Черви. Посмотри, нормальный у него хп? Да, мне кажется, хватит. Я думаю, хватит, да. Они примерно столько оставляли. Поехали. Добивай. Все. Так и было. Такой бред. Лут нас уже ждет. Что нам дали? Я тоже вообще не было. Ну, фулл дроп. Мне все дали. Мне два осколка дали. Два. Прометеевы шпоры. Блять. Если два осколка дали, это значит платина. Не грей. Я сейчас бошку дам. Оп. Короче, так как я сотрудник банжи, на самом деле, я вам не рассказывал, я переименовываю этот надлет в зидрон. Теперь это зидрон. И что дальше? А что, у нее хп кончилось, подожди. Надо, наверное, запустить, нет? А, вот, все исчезло. Так. И что дальше? Пойдем вперед. Идти вперед, наверное. Ну что еще? А, ну все, вон. Вот если сейчас будет бронза. Бронза. Подожди, что теперь? Ничего, мы прошли. Идея появилась. Тебе больно? Надеюсь, не забаговал. Так, она пропала. Она сейчас она поймет, что произошло. Наверное. Нет. Может, нам надо было запрыгнуть, типа добить ее на старте энкаунтера. Ну так это ж ты же должен был нам сказать. Ну блять, они достреляли ее, запрыгнули и все, и кончилось все. Посмотри видос, как ничего не сделали. Так весело. Да, я долбоёб.